Добрый день, меня зовут Виктор, моя компания занимается разработкой бизнес-презентаций, и недавно мы обновили наш бизнес-процесс. Давайте я покажу. Сразу провалюсь в блок производства. Так вот можно увеличить. Что вы сегодня сняли? Я сегодня рассказал про как устроен наш бизнес-процесс, подробнее про производство, ну и в целом принципы. То есть тут важнее не само содержание, оно у каждого свое, а как его так вот сформулировать и поместить на документ, на одну страницу, чтобы он был максимально понятен. Потому что минус бизнес-процессов, что они запутанные, непонятные, и все на них смотрят и ужасаются. А здесь максимально все просто и понятно. Ну, вот я на нашем примере это показал. В этом нам помогла кто? Чудо-доска! Вот, да, действительно очень удобно, можно приближать, писать. Я не знаю, если бы без доски, это не объяснить, наверное. Или пришлось бы постоянно переключаться. Спасибо, до связи.